пепельницы, поменяю люди пепельницы. Люля ставят, ставим люля. Да. Приветствую, водитель, категорически, дай бог здоровья. Дома сегодня нормально, все нормально у вас? Претензий нет? Все, если что, ко мне, да? Ладно, я здесь. Ну что, вот эти что ли? Эти. Здравствуйте. Жанна Петрович, помните, вы Валентине Ивановне обещали? Ну, Валентин Иван, знаете, обещал, значит. Здравствуйте, Валентин Иван! Как здоровье? Все хорошо, рад видеть вас очень. Жарис Петрович, дело в том, что Валентина Ивановна, она умерла. А, вот, я, господи, прости. Не, не признал, не узнал. Богатый вы жить будете. Да. Солнце в глаза просто. Да. Ну вот. Что, Америка? А? Когда? 20 часов нужно быть кровь бизнеса. Ну, слушайте, если надо, значит, будете, да? Мне по делу в Лос-Анджелес срочно, да? Ага. Скажите, а сколько, ну... Ну, не стыди меня, не стыди меня. Ну, бесплатно. Все бесплатно. Вы ж такое дело для России делаете, товарищи. Штуку баксов на транспортные расходы, и все. Ну, только бесплатно. Простите, а... $1000 за двоих? Нет, косарь срыла. Бабло с собой? Так... Рассказываю. Принцип такой. Завтра бабки, послезавтра виза. Послезавтра бабки, послезавтра виза. Понимаешь, да? А? Хотелось бы там расписку какую-нибудь, там, ну, то, что мы деньги. Не понял. А, ну, мало ли какие-то непредвиденные обстоятельства, там, ну, землетрясение или. Ты куда пришел, фрейрок? Ты за базар отвечаешь? Ты кому? Мне не веришь? Ты на кого батон крошишь? Да ты сейчас мне сам бабло все оставишь и счастливым отвалишь отсюда, баклан немытый, а? Слышь ты, не фраер. Мы здесь тоже не фальшаки из дупла. А фраеров по фене мотали, пока ты еще пупок разматывал, усек? Простите? На халяву разводить бакланов будешь. А с людьми хочешь базарить, мазу правильную держи, лох поганый. Вы откуда, мама? Их по одному этапу на одну пересылку гнали. Это как это? Ее в 52-м, его в 85-м. Вот и встретились. Вот, блин, жизнь индейка. Да. Ну ладно. Спасибо.